Хей, всем привет, с вами Дану Рандан, мы играем Киберпанк. Это очередное задание мне. Какое-то укрытие Данте. Чего вы хотите? Это все задание. Тогда я еще одно задание возьму. Этого мало. Ноутбук. Заказ оливковой ветви. Почему бы нет? Чё? Ты, Сергей? Спасибо, что спросила. А то мне кажется, у меня над головой неоновая вывеска. Сергей, который поссорился с когтями. У меня в гараже небольшой подарок. Тигриных когтей. Что, прямо так? А на вид ты не особо-то и напуган. Это потому, что я наконец вижу свет в конце туннеля. Осталось всего ничего и свобода. С какой стати ты уверен, что тигриные когти примут твой подарок? Да 100%! Уж поверь мне, я русский. Мы такие вещи хорошо чуем. Ты, главное, доставь его по адресу. Чем ты насолил тигриным когтям? А, да так. Недоразумение вышло. Бывает. Да мужик был на вид вообще обычный. Бородка, коричневые ботиночки... Ну, ничего такого. Брестейкинг. Да еще с собакой этой, господи. Ну какой киллер станет везде таскать за собой собаку? И ты, по недоразумению, его застрелил. Да хуже. Честно говоря, гораздо хуже. Все, хватит ни к чему об этом болтать. Ну ладно, высылай координаты. Минутку. Я в гараж дверь открыл. Если что, она изнутри тоже открывается. Подарок, автомобиль? Не просто автомобиль, но, в общем, да. Ты подгони его по адресу, они там разберутся. Только смотри, не накосячь. Я на тебя рассчитываю. Кто там внутри сидит? Что-то плохой какой-то автомобиль. У него разгон маленький. Let me body's the same, breaking your spirit with my lyrical scripture.
О, слава богу, ты не он. Выпусти меня быстрее, пока он не вернулся. Какой необычный подарок. Что ты говоришь? Ну, ты вроде как мой подарок-сюрприз от некоего Сергея. В каком смысле подарок? Ну, вроде чертика из табакерки. Только табака мало, а кровищи много. А ты кто? Пушкин. Алекс Пушкин, старший ассистент по контролю качества корпорации «Биотехника». Как старший ассистент по качеству связан с бандой «Тигриные когти»? Ты на них работаешь? Я же сказал, что не приму их предложение. Все сложно. Вылезай, пока я не передумала. Я не знаю, что происходит, но спасибо тебе. Обещаю, ты не пожалеешь. Тебе же Вакака дала этот заказ. Я ей заплачу. Она ничего на этом не потеряет. И ты тоже. Я думала, ты последний человек, кого мог бы подкупить корпорат. Засунутый в багажник. Ты не перестаешь меня удивлять, Вин. Но, с другой стороны, выигрывает тот, кто предлагает больше. О, я не о Сергее. Нет, к сожалению, вмешалась другая заинтересованная сторона. Кто знает, что с ним теперь будет? Услуга за услугу, Вин. Услуга за услугу. Заказ закрыт. Сергей обманул. Как ему теперь верить? Это тоже мало. Мне кажется, надо еще что-нибудь выполнить. Теперь тут пробка. Е9 FF1S. Ой. 57E9 FF1S. Фу. Чё так сложно? Айбу Кусанаги.
Как оно хоть выглядит? Если страшно, я не куплю. Нет, красивая. Красивая. Я купил. Блин. Что творишь? Спасение, да? Спасем чувака. Последок. Правильно еду? Или нет? Мне такой мотоцикл хотелось. Клиента Брэдли Костигана. Ее похитили тигриные когти. Хочешь знать больше? Посмотри описание. Тут еще пройти можно было. Хочется просто их все кромсать. Долго вы еще будете копаться? Надеюсь, не его надо было спасти. Все, пиздец тебе! Все по-дурацки получилось. Получилось.
вы еще на своих бочках с топливом подрывитесь. Совсем тупые дебилы. Один из 55,9. БД 1С. 7Е9. Все влезло в кибердеку. Что вам нужно? Я пришла тебя вытащить. А, что? Меня нанял твой муж. Я позабочусь о тебе. Идиот! Кретин! Никчемный кусок дерьма! На это нет времени. Пошли! Иди за мной. Всех зафигачили. Вот это могут убить. Девчонку надо было всех уничтожить, прежде чем начинать. Как выбраться-то отсюда теперь? Да блин, еще я не могу выбраться. Выходи без оружия. Наверх вроде же подвал. Сейчас взломаем эту вещь. 55 7АБД. FF 7А55. Нету. 55 1С. 7А. Погоди, да я вылезу. Выходи без оружия, мы ничего тебе не сделаем.
еще. Че за... Грустно. Это писец. Другому не назвать. Что вам нужно? Я пришла тебя вытащить. А, что? Меня нанял твой муж. Я позабочусь о тебе. Идиот! Кретин! Никчемный кусок дерьма! На это нет времени. Пошли! Иди за мной. FF1SBD55. Где 55? 7А. 7А. И как все плохо. Д9. 1С, 1С, 55. 7А, 1С, 1С. Просто. Можешь не благодарить. Тебе есть кому обратиться за помощью? Да, к маме. Скажи ей, пусть тоже прячется. Они будут искать твою семью, близких, друзей. Да, поняла. А что с Брэдли? Не знаю, думай пока о себе. Эй, садись. Поедешь в безопасное место. А, спасибо. Удачи тебе. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.